Итак, снова здравствуйте, господа и товарищи. Викторыч приехал. Викторыч сделал вот такой сюрприз. Волга. Второсерийка, ГАЗ-21. Нифига себе. А, с оленем. Фига себе. Привет, Сан Саныч. Приветствую. Здравствуй, родной. Привет. Ку. Ку. Дядь Серега. Блин, вот это аппаратище, а. Хорошая у тебя машина. Дай посигнал. Ой, нифига, нельзя ругаться. Офигеть. Сейчас открою, Виктор. С ресничками. Шикарно. Вот это аппарат. Зил, Москва, это с твоей Волги, что ли? Нет, у нас что, много у нас. Я понял. Офигеть, вот это аппарат. Я ж блогер, не зря я с камерой поехал. Офигеть. Я Волгу-то, я в ней не сидел ни разу. Нифига себе. Эмоции человека, который садится первый раз в ГАЗ-20. Офигеть. Да. И эмоции человека, который ездит каждый день на ней. Да. Нифига себе, прикольно. Тут место, блин, как две победы, блин. Да, я тебе говорю, она гораздо больше, чем победа. Часики. Аппарат, ну газани, Серег. Да, там удивил, так удивил. Удивил случайно, Саныч. Не хотел тебя удивлять сейчас, но удивил сейчас, потому что Ларгус Лингус уехал на ремонт. Вот, но у меня есть обязательства перед да. Сан Санычем. Блин, козыречки поэтому... такие вообще зачет. Да, не работает? Работает, но что-то волн нет никак. А подсветка будет? Я не знаю, просто как он включает. Я сам не знаю. А, вот это. Вот эти, мне кажется. Вот на ты включил. Вот так, вот, стой. Нет, часики не ходят? Ходят, я просто массу отключает постоянно. А это люк будет или что это? Это вот это вот, Саныч, вот. Это охренеть. Вот так, а это перекрыша. То есть салон. А, все, Викторович, я вот, понял. Вот салон. Ага. Стекло. Я понял. Да. Блин, вот это аппарат. Да. Ну, самое интересное, двигатель покажи. Да, давай. Двигатель вообще надо. Да. Зазор. Слушай, хорошо покрашен. Да. Да. Прикольно, слушай. Тихий двигатель. Фильтр какой здоровенный, блин, больше тихо не ударишься. Офигеть, 21 на двигатель. Да. Аппарат. Там вот радиатор так же, как на 20-й крепкий. Да. Офигеть. Вот тут за два этих самых, а у тебя на одну. Первая Волга вступает на землю черного. Блин, ну красотка. Просто красотка. Офигеть. Не сдал. Да. Аппарат, конечно. Первый выезд на Волгу. Габарит включился? Да. Охренеть! А карп здесь какой-нибудь? 22-й. Нифига себе. Братой. Ты так никак... Эй, блин, Виктор. Блин, фига, мне у вас так не едет. Офигеть! Стой, красный, не гони, Серега. За фору не видно. Офигеть. Да, вот этот олень, конечно, на капоте. Ну так, к Чурбачку едем? Не, давай в пятерочку. Пятерку сначала, да? Да.
я победу хотел покрасить, типа такого цвета. Я думал, он тебе, кстати, тоже пойдет. Но у тебя больше в серый. Ну, у меня уже краска куплена. Да. У тебя тоже очень хороший цвет. Мы с Федей тоже посидели, посмотрели все это. Вот, это тоже советский цвет. Да. Блин, здесь мест, здесь правда втроем ехать нужно. Втроем, да, спокойно. Офигеть. Коробка на руле. Не люблю коробку. Просто не люблю. У меня пятиступка стоит такая на полу. Я привык. Ненавижу ремни безопасности. Да, я тоже говорю. Мягкость. Да. Сейчас через полицейского проехать, интересно. На трехступке, да? Да. Настраивал я все клапана, все толкатели подбирал под нее, под этот самый. Все вот мы делали с этим. Двигатель весь, коробку перебрали. Не, ну, конечно, огромная работа сделала. Зато сел и поехал. Да. Один раз просто напрячься до кровавого поноса. Думают завести, а мне не так прям просто. Да. Просто кайфы. Вот это моя стихия. А то лингусы какие-то, ларгусы. Да. Я не люблю ларгусы. Это машина тебе подходит. Это я на ней езжу, как уволите шахмат Гаспара. Да, как уволите шахмат Гаспара. Вот полицейский сейчас посмотрит на мягкость. Офигеть. О, слушай, мы пока... Мы пока в пятерочку пойдем, у нас олени не свистнут с капот. Ну это вообще уж будет зверство, да? Это да. На таком авто. Меня свистнули на моей, на бежку как раз. Фига себе, там что? Он же там фигово это, мне кажется. Слушай, они его весь отломали, просто весь разломали. Просто весь. А капот-то не попал? И капот помял. Почему же? Я не знаю, я близко увидел. Что делать? Что делать? Налево. Сам виноват. А у вас поворотники не работают? Нет, поворотники не работают. Блин, забыли по электронике. Поворотники нельзя. Нельзя, что-то поломал. Это не мы. Это не Волги. Да, правее, знаешь. Нет, слушай, моя мягкая, блин. С УАЗом она рядом не стояла. Ну да. На УАЗе ты сейчас бы прыгал через... Не знаю, у меня что. Ручек-то нету. Ай, за что тут держаться-то? Говорил назад садись, там ручки есть. Да нет, там ручек, ты обманываешь. Там вот эти на диване, на диване поручень. Держал. Не, я прокачиваюсь. Там девчонка сигналить может. Да? Да. Саныч, ты с этими девчонками? Только не валяй. Не отвлекайся, ты машину видишь. Дядь Вова родной, ты что, обалдел, что ли? У тебя дома жена. Сын двоечник. Офигеть. Фух, уж пробило. Офигеть. Я просто забыл. Ну, крепкая машина. Ну, по ней видно, блин, там запас прочности, как 10 УАЗов. Да. Причем ранее. Да. Полицейский сейчас. Направо. Что направо здесь? Габариты огроменные. Я их вижу. Как на зеле. Никакие полицейские. Как на зеле. Вот точно, как на зеле. Как там лучше болтаться на волнах, да? Да. Чем биться скал. Это про Волгу, мне кажется. Да. Я офигеть. Сегодня в моем сленге, наверное, только одно слово. Офигеть. Не гони. Здесь пешеходники. Волгу жалко. Направо. Блин, Викторович, ты на лингусе так не ездишь. Здесь у меня педаль с пола просто уходит. Справа. Куда ты едешь? Проехал. Викторович!
Теперь ее закрывать надо. Фары гаси. Ага. Мелочь надо пепельницей взять. Не, не надо. Почему? Пускай лежит. Пускай лежит. Не будем резать. Сейчас испытаю роль пассажира на заднем сиденье. Смотрю, что там обсыкается. А, ну глянь, конечно. Фига тут поручень. Ты масло пролил. Можешь? Да. Машина. Не машина, а автомобиль. Пепельница. Надо глянуть. Что там у Викторовича? Ну что там? Я даже не знаю, что это такое. По уровню что? Сейчас посмотрим. Викторович! А ты уверен, что это масло, а не тормозуха? А что там тормозуха? А что это за крышечка такая? А это отлетела крышка давным-давно уже. Потому что здесь тормозная трубка? Нет, тормозуха вряд ли. Или... Здесь же масляного радиатора нету? Нет. Я не пойму, откуда масло. Да нет, масло есть. Масло нормально. Пролили, наверное, Саныч. Хотя хрен его знает. Трубка не может, блядь. Потому что здесь больше нечему, ты сам подумай. Вон Гена, там с него ничего. Может, фильтр чуть отвернулся, блин, у меня бывало такое. Под фильтром будет сука. Подержи. Пожалуйста. Вроде. Спалить. Такси, такси. Кто заказывал вези, такси на Дубровку? Вези меня, шеф. Шеф, трогай. Офигеть. Слушай, Викторович, на камеру будет сказано, ну что-то на нас не особо так смотрят, я смотрю. Народ немножко испортился, я тебе скажу, Саныч. Я тоже, кстати, обращал внимание, что никто не сильно смотрит. Не особо. Не, ну есть так немножко. Виктор, цвет только включи. Заливает его на этом карбюраторе. А Федь другой не хочет ставить, да? Не, пока не хочет. Пока этот работает нормально. А задний ход горит? Нет. Что, серьезно? Не торопись тогда, я там не вижу ничего. Так, стой, медленно, медленно, Виктор. Пошел. Ты на Лингусе ездишь аккуратно, на этой ты гоняешь хуже, чем я. Офигеть. Поехали. Полицейский. Лежачить. Супер. Офигеть, тут обзор. Итак, друзья, первый раз за рулем 21-й. Викторович мне разрешил. Газ в пол. Так, дальше. Габариты. Свет не горит. О, горит. Надеюсь, не дальний. Так, заднее на себя вверх. Поворотник точно нет? Не-не-не. Дверь какая-то не закрыта. Да, твоя. Датчик двери показывает, что дверь не закрыта. Не умею еще на такой машине ездить. Так, осторожно, сам. Так, давай. Ага. Викторович, по коробке мне подсказывай. Заглушил, нет? Нет. Первая, да? Да. Офигеть. Вторую давай. Вторая куда? Вверх. Как на победе, все как на победе. Офигеть. Ты же знаешь, как на победе, да? Да. Ну все. Как на Волге, только наоборот. Да. Я на победе не ездил ни разу, откуда я там знаю? Вот, потренируешься. Офигеть. Слушай, ну достаточно плавная машина. Так, первая здесь вниз. Да. А вторая? Вторая. Вверх, и третья туда. Третья, да. Все, понял. Супер.
Обзорность, конечно, такая. Сумасшедшая. Угу. Класс. Я просто в шоке. В хорошем это, да. В смысле этого слова. Ласточка. Так, первая. Можем вторую. Офигеть, как классно с этой, с КПП на руле. Можно третью. Через двойную выжим. Понял. Офигеть. Офигеть. Викторович, дорогу хоть поснимай так немножко. Да, день сегодня явно удался. Да, я знал, что надо тебе подвезти самосвал радости. Да, очень. Там не то, что самосвал, там мусоровоз радости. Такой, как фаун КамАЗ. Да. 50 еду, вполне комфортно. Да, не кстати, то, спидометр что... очень точно здесь. А так качается прикольно. Да. Можешь притопить немножко. Почувствую мощь. Офигеть. Слушай, я как взлет иду, мне кажется. Да. Офигеть. Не, я говорю, чтобы я приехал на 21-й Волге, не дать тебе прокатиться. Ну, какой тварью я после этого буду? Это просто, зачем ты это сделал? Я тебе Волгу хочу. Блин. Слушай, а тут тормоза же без вакуума? Да, без вакуума. Ну тут двухконтурные они, да? Одноконтурные. Одноконтурные, да. Тоже как на Победе? Да. Офигеть, просто рукой включается. Вторая. Третью сейчас. Сильно газовать не надо на них. Она третью подхватывает моментально. Надеюсь, хоть стоп-сигнал тут. Я показываю правый поворот. Стоп-сигналов тут тоже нет. Так. Что, серьезно? Да тут смотреть надо все. Нет, понятно, просто дуракам как объяснить. Дуракам надо держаться подальше от этой машины, а то на бабки попадут и все. И раскроются, как банан потом по жизни. Как нифигенно. Да. Автомобиль, конечно. Автомобилище. Автомобилище. Олень, конечно, вот на капоте прям это. Форма крыльев. Да. Подхватистая, да, какая машина? Да. Все говорят, дохлый двигатель у Волги, говорят все. Мы постоим на дороге. Просто офигеть. Лучший день моей жизни. Правда, правда, правда. Короче, их не работает? Работает, но он маслом залился. Там сальники надо менять. Понятно, я думал тормозной жидкости выпили. Не надо газовать. Ага, и холостые держат, да? Отлично. Это зарядка идет. Вон, видишь, это приборы потухли. Ну да, мы перегрелись. Да. Раскрылись, как банан. Еще один светофор, только не найден. Смотри-ка вот, Саныч. Круче бери. Я же чувствую ее уже. Офигеть! Это там развернуться нельзя. Тут для паца. Что ты смотришь? Обади. Вот, где мигает. А, все. Я чуть думал, тут для паца как-то просто. Чуть ли там разворачивают.
нет слов, просто нет слов, одни эмоции. Причем этих эмоций, я думаю, хватит на месяц вперед, как минимум. Да, друзья, так вот Сан Саныч познакомился с 21-й «Волгой». Скоро в рядах пополнится, наверное, еще одна машина будет.